Я решила поделиться с вами одним из коммерческих своих заказов за последнее Я время. сотрудничаю с одним коворкингом психологов, и туда требуются очень крутые интерьеры, какие-нибудь стильные минималистичные Было акценты. принято решение делать интерьерную картину с текстурной пастой. Я подобрала эскиз, который ярким акцентным пятном ляжет в интерьер. Кстати, в это пространство я сделала уже 3 или 4 Это картины. доказывает о том, что надо везде говорить, что ты художник, потому что я пришла на прием к психологу и, собственно, сказала, а не требуется ли вам картина в Только я интерьер? сдала заказ, сразу заказчик прислал фотографии в интерьере и, конечно же, отзыв. А теперь, если ты хочешь себе такую же картину на заказ или научиться самому исполнять такие, то оставляй комментарий под этим видео.